Именно эту песню ученики 4 Е-класса разучивали на уроке музыки 1 апреля. Светлана Вячеславовна рассказывала ребятам о том страшном времени, о людях, на чью долю выпали тяжелые испытания. Но далеко не все дети внимательно слушали педагога. Были и те, кто передергивал преподавателя, откровенно насмехаясь над одноклассниками, исполняющими «Катюшу». Светлана Вячеславовна, 1 апреля, 5 урок. Давайте восстановим хронологию событий. Как все было? Вот сейчас мы находимся в классе музыки, где проводился тот самый урок и где произошел этот инцидент. Данный урок был здесь, в этом классе. Примерно вот так у меня стоят обычно стулья. В 4 Е-классе урок начинается с вопросов дисциплины, объяснение того, что, ребята, ну ведь это так важно, ведь представьте себе, какой подвиг совершили наши воины, через какие трудности и лишения они проходили, сколько матерей, жен и сестер потеряли своих родных и близких, сколько из них не вернулось домой. Ну и в это время начинаются очередные смех, шутки. Дети, внимание! Дети, да сколько можно? Да ну, прекратите уже! Ты опять спел не те слова. Нет, не ритмично. Здесь вы подождите, сейчас я... Вот, подожди, вот слышите? Вот это не та нота. А вы спели мне вот эту вот ноту, да? Так, дети, подождите, стоп. Так, опять... Мальчики, это не рок-концерт, ну сколько же можно? Реакции нет никакой, и в стену, собственно говоря, балетка так и полетела. Ну, балетка, кстати, отпечаталась, да, мы видим, ну, примерно где-то на уровне, ну, 2-2,5 метров. Дети все-таки сидели на стульях, и бросила я в стороне, то есть, естественно, что цели кого-либо задеть, в кого-либо попасть не было. Опять же, здесь нет речи о том, что я разозлилась на кого-то. Я уже не знала, как еще привлечь внимание. Понятно, что это метод, ну, немножко такой некорректный, да, да. Но, тем не менее, скажите, дети успокоились после этого? Что самое интересное, после этого все стали петь, все стали работать. Безусловно, поступок учителя сложно назвать педагогичным, и она это признает. Светлане Вячеславовне вынесено административное взыскание, но родители ученика, который нарушал дисциплину, решили пойти дальше. Сначала требовали уволить учителя музыки, а потом откровенно стали вымогать деньги. Когда поняли, что на поводу у них никто не пойдет, разместили информацию в социальных сетях, пытаясь привлечь общественность, естественно, опустив ряд очень важных фактов. У нас появилась запись разговора этой мамы с учителем с вымогательством 300 тысяч рублей за то, что мы ее не увольняли. Была мама сделана ссылкой на администрацию школы, на меня в частности, о том, что администрация сказала, что мы ее уволим однозначно. Понятно уже, что ситуация обрела вот такие черты, понятно уже, что какие-то процессуальные меры, конечно же, мы приняли. Мы ни в коей мере не поддерживаем сам поступок учителя, мы поддерживаем учителя. Да, учитель наказан, ему вынесено административное взыскание за применение непедагогических методов. Вернувшись домой после уроков, дети родителям рассказали совсем другую историю. Учитель не целилась балеткой в учеников, да и психологическую травму вряд ли кто-то получил. Ребята восприняли это как шутку. Когда я спросила дочери, это специально она сделала, именно выкинула балетку, она сказала, нет, мам, если бы специально, было бы по-другому, она ни в кого не целилась, не кидала. Она сказала, мам, это не так, такого не было. Сейчас Светлана Вячеславовна продолжает работать, заниматься с детьми и готовиться к 9 мая. В школе планируют провести грандиозный концерт. Надо отметить, что все дополнительные занятия с детьми проходят по личной инициативе педагога и на безвозмездной основе. Вы как вообще попали в этот ансамбль? Проходил какой-то отбор или Светлана Вячеславовна вам предложила заниматься здесь? Как это было? Ну, вначале мы к 1 сентябрю учили песню «На день учителей». И потом Светлана Вячеславовна решила нам сделать вокальный ансамбль, чтобы мы дальше продолжали петь. Маша, как ее одноклассница, мечтает в будущем продолжить заниматься музыкой и даже стать актрисой. А все потому, что Светлана Вячеславовна на своих уроках прививает ребятам любовь к миру искусства. Нам важно, чтобы наши дети росли в едином культурном пространстве, чтобы мы помнили наши традиции, наши обычаи, чтобы для нас слово «культура» было не пустое слово, не пустое место. У меня в 4 классе учится старший сын Рома. Он очень любит ходить на музыку, и как только учительница пришла, мы хотя бы полюбили этот урок, в отличие от раньше. И
Дети все, в принципе, с удовольствием ходят, особенно когда надо петь или играть на инструментах. Школа – не сфера услуг. Педагоги – помощники родителей в образовании и воспитании их детей. Но вся ответственность за ребенка лежит на законных представителях. И это нужно помнить. По поводу того, что школа, мы должны воспитывать и так далее, так далее, так далее. Да, должны. Но предлагаю открыть сразу 44-ю статью Закона об образовании Российской Федерации. И черным по белому для всех родителей написано кратко и емко то, что приоритетные действия по воспитанию, обучению, образованию ребенка представляется родителям или законным представителям. Органы государственной власти или исполнительной власти и образовательные организации оказывают помощь. То есть мы, педагоги, мы идем в помощь родителям. Воспитание ребенка идет из семьи. Уважение к старшим, к труду педагога закладывается с раннего детства. Дети – наше будущее. А каким оно будет, зависит от нас, родителей. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».